Зом. Кто еще один танк был? Я. У нас 4 танка, нам некого спекнуть больше. Редвар. Пока что. Двар есть. Это несерьезно. Ну, у него ж там инспек. Кайтанчик. Не одетый мы инспек, но смысл какой его сейчас вот здесь спекать? Я за двоих потом. Калат, будешь анонсить мне перетаунт. Ну, когда мобл буду стоять танчить. И вообще лучше давай, Войд, ты будешь на жреце стоять. Тоже, если что, сможешь сбить хилку и заодно проанонсить кольцо этого слепящего света, чтобы Рейд отвернулся. Мы народ без голоса, у нас так каша не сварится. Еще раз. Все здесь? Да, мы народ, ты берешь первым провиться и под первого лучшего заводишь. Все, все здесь поехали. Ага. А что с метками случилось? Они есть. Да. Не работает. Очень интересно. Леха. Не забывайте выпивать. Мобы. Ну лучше. Кровать. Да. Ворота не получается. Нормально, плеска поставь. С той стороны что вы стоите? Лёха. Лицом. Облезь. Я вижу. Чего вы стоите с той стороны, народ? Показал, куда нам. Их надо быстрее взрывать. Мамба, отводи в сторону. Не понял, почему жрец снова первый взорвался? Я потом. Ты звезду. Забрал вас. Ой, да там чё, босс. Блядь, нахера ты обратно творишь? Не слышите, что я говорю? Забирайте босс. Забери босс, бой. Босс, там. Минус один, мог. Блять, сейчас взорвется, мы не звоним. А народ, отведи его нахуй. 17 таков. У меня клиент крашнулся. Забирай другого. Я это потом. А, я понял. Зачем ты вот там танчик с монородом? Зачем ты тут луч перекрываешь? Сейчас ну было 20 таков, прыгай, пизда, блядь. Ложимся. Он на лой зашел. Ну, это хорошо. Слушай. Вы, блядь, не слышите? Вот не слышит, что я, блядь, забираю на себя. А ты сказал-то ты потом это забираю. Уже это самое. Сна автоматически. Ну, когда появились, я забираю на себя мелкий. Я что не понял, что ты про. Что ты про моего черного. Вообще про всех. Так, я кровавый могу... взор обратно на замену, алоэ в рейд.
Лёх, давай я свой дам на бэс. Да. Алло, слышишь меня? В 5 будем танков, да, ребята? Да. Долго стаки набирают вообще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Баба, это, давай диван. Там, блядь, бой нахуй. Дай Лага, Лага, дай диван. Я не могу сдать, он мне в бою будет нужен. Сейчас, пока вы не сдохнете, будет такая хуйня. Там кровавый узор, походу, встал из-за этого. Сантей, конника, сдыхай. Сдыхай, подходи, сдыхай. Блять, сколько раз мы сюда ходим? Нет, не вставайте. Подождите, когда все сдохнут. Выделся вроде как, да? Да. Этот, кровавый, еще раз такая хуйня случится, кикну в езде. В чем дело? Кстати, я тоже встал, у меня тут ДБМ, я настраиваю. Я подумал, то, что меня... Нельзя вставать, блять, на бой. Да я в курсе. Не, мы умерли, босс заявился, я дух выпустил, появился перед инстом. Может, мне ж на замену, я и камни. Встает эсэсом или с дивана выходит, и ты встаешь сам. Босс сагрится. Как же все сложно-то, а? Никто без команды, блядь, не встает. Дайте еще с другой стороны мой срез. Все, да. Опять авторизация мозга ебет. Бля, мне надо релогнуться, премиум, сука, не приходит. А там либо жопа происходит. Что не за эти релог, потом. Ну, я не... понимаю, я понимаю. Вот с этим на 2 дня вперед, и не будет у вас такой проблемы. Да я просто один раз после 12 классов, перед тем, как отдыхать, идти. Один раз проебался. Алло, скажите, пожалуйста, это вы сейчас планируете так, по такой тактике делать, чтобы перейти на вторую фазу, чтобы на всех по максимуму было минимум количество стаков? Хотите стаки копить на... На второй фазе лучей будет больше, мы захлебнемся в этих стаках. То есть на второй фазе, Вага чтобы собирать? Вага про это вначале говорил, да. А, может, я не... Звоните, пожалуйста. Ну так, а тогда получается сейчас в идеале тогда полностью все лучи ловить этими мобами. Так получится? Или лучей будет больше, чем моб? Мобами, да. Раз, надо причем быстро это делать. На первой фазе вы можете, блядь, 50 стаков нахуярить даже на бой. Ничего критичного это не сделать. Ой, ты встаешь, нет? Вот на босс, короче, я этот алоэ. Здесь, в дискорде. Да, уже не могу разговаривать толком. Че, дурезит, главное, забейся. Так, пока там ДК чарится, я отойду одну минуту био. Нет, му народ, ты пятый танк. Вага, я там, блядь, смогу, блядь, 4 штуки их держать. Смотря на их урон, вообще не чувствую. Слушай, там все лужи, наверное, вместе будут дамажить. Не надо так рисковать. А сколько лужи мне дамажило? 2000. Это одна. О, 2-4. Так это ты про кого? Про соплей говоришь или про что? Да.
Так если они ближе, то и по нему урон меньше проходит. А, кстати, да, их две вместе нельзя держать. Да, там радиус 30 метров или 15 вроде. Пока, блядь, пока я забираю одну, вторая еще не превращается. А у нас танки не могут косты сбивать? Чтобы могут, коника... вар чтобы... может. Чтобы коника просто стоял и хотя бы бил босса от потери ДПС. Вар может, ДК может. Паладины с этим чуть хуже. Пиздец как хуже, раз 10 секунд К сбивать. Скажите, пожалуйста, на второй фазе, когда вылезет вроде бы 6, да? 6 не будет никого. Это ни одного трэша не появится, это точно. Если мы переведем каждого провидца и жреца в соплю, зальем все лужи по вот этому фиолетовому кругу и перейдем на вторую фазу, не будет никакого трэша у нас. Это секундочку. Это если их, если этого не делать, их появляется 6. Тогда если предположить, что на первой фазе мы их 6 штук так сделаем, их не появится ни одной. Или если мы сделаем 4, их появится 2. Да? Или нет? Смотри, каждый убитый провидец и жрец, именно в гуманоид форме, это по сопле на следующей фазе. Вот. И их там появляется 6, вроде бы, да? Или там не важное количество, там их может быть и 10. Это зависит вот именно от трэша, убитого в гуманоид форме. Если трэш убит не в гуманоид форме, а вот в этой сопле, то трэша и не будет там. Сейчас я мысль закончу. А смотрите, если мы берем, допустим, Леху, и он чарится на фул, вообще на фул темную магию, и появляется этих 6 штук в конце, допустим, и всех напуливают на него, и он отходит, ему выделяют одного хила. Он там сможет их кажется, все 6. Там смысл хила. Такой, что, во-первых, трэша этого не будет на второй фазе. Нет, смысл если он будет. Второй, то, что сейчас. Если он будет 6 штук, то ни один из этих мобов просто не убьется физически, потому что здесь а два стоят потом... рядом. Подождите, я не говорю их, я не говорю их убивать, я говорю, чтобы он просто их держал. И за это время мы успеем долить босса, пока он просто их держит, а его хилят. Босса, мы не захилим это. Мы ночью там лучей сгорим. Больше. Там лучей больше, услышь. Угу. Может, 4 луча, а не 2. Может, хватит? Давайте пулять босса. Алло, я здесь? Да, готов, чем мне делать. Так как, мне дальше на костах сидеть? Ты сидишь на костах. Угу. Просто делайте, что от каждого требуется, и все будет нормально. Надо только алоэ распределить куда-то. Алоэ становится на провидце, и провидцем лучи закрывает. Монород также жрецом. Воет бдилка где? И жрец должен первым, блять, попасть под луч и не провидец. Нет, не жрец, надо с провидца начать. Почему? Надо попробовать именно так. Что провидец дает? Ему больше вреда. Какой от него вред? АОЕшка. Блять, просилится АОЕшка. А если же если все... тогда я быстрее начну бить босса. Если выбирать между, блять, контролем, если выбирать между контролем и этой АОЕшкой, то я выберу, блять, быстрее лить контроль. И где может, блять, проебаться там кто-то с костом и отхилить босса. Тут смысл такой, что вот эту дезориентацию, от нее просто надо рейду отвернуться. Ну, смотри, рейд не отворачивается, где-то кто-то проебался, да? А этот, каст не сбивается на исцеление, босс восстанавливается хуй пойми сколько хп. Смотри, на Фениксе... Проще прохилить АУЕшку гораздо, чем увернуться от дезориентации. На Фениксе все отворачиваются от фира, что милики... Да что хилы. Здесь это не сложнее реализовать. Ну, давай поехали. Мне похуй вообще как, честно. Я, блядь, и так сделал. Надо просто попробовать все, что можно. Я говорю, что проще сливать, блядь, жреца, чем, блядь, сливать провидца. Народ, алоэ, что не хватает? Там алоэ. Что вам нужно? Объясню. Подробнее его нужно. Смотри, алоэ, помнишь, что получается, появляются два луча. Ну, там поочередно они появляются. Берешь, забираешь провидца,
и заводишь его под луч. Ждешь, чтобы на нем настакалось 20 раз, он превращается в соплю. Соплю выводишь на фиолетовый круг. Там ее... Хорошо, да. То есть соплю уже Леха заберет, надо ее убить РДДшник. У нас вплоть до второй фазы будет тягомотина с адами. Все, поехали. Камеру на максимум отдалите, чтобы вам проще было все видеть. Погнали. Запас. После боя. Все сделал. За босс. Сова за босс. Рибл за босс. Кому еще повторить за босс? Визит за босс. Полина за босс. Кават, блядь, за босс. Слышно вообще? Да, слышно. Народ, твой жрец его проедет. Казум, дай СС по мне. Я низ. Я низ. Выйди. Я низ. Что страшно? Старайся этого моба ставить так, чтобы стоял как под спиной его вид. Сам лучи не вовес. Кольцо. Ну, луч в игрока и хилаешь. Как буду ставить? Теперь второй луч появился. Аз бейт. Невосприимчивость. Ой, я зависла прям над пропастью. Народ упал. Народ упал, там, я за ним. Падаем. Сейчас скипал. Очень долго подводится к лучам моб. Они кастуют. Они кастуют, и их не подведешь быстро, блять. Это не произойдет быстро. Чё с хилом? Не, ну там танк съел. Не просили. Кто меня сейчас ловил? Вы видели? Я над пропастью зависла. Да всем похуй. Скажите, вот кто ставил метку? Вот сейчас мы сбежали за босса, а перед боссом стояли тотемы. Все абсолютно пулы, которые мы делали до этого, я стоял в тотемах. Вот перед боссом, между боссом и... Ни разу не ловилось ослепление. Тут за все траи ни разу. Сейчас я его поймал. Может быть, все-таки между боссом и входом, а не за боссом. Поэтому я, вот сейчас, вот, может быть, это момент с прохилом было из-за того, что поймали ослепление. Мобы, да, все-таки. Я понял, как надо делать. Надо ставить на жреца метку и вставать к нему спиной сразу. Вот и все. Что можно? А что, это сложно сделать, что ли? Тут понимание у танков должно быть. Блять. Так дело-то не в танках, дело в том, что танк должен подвести к лучу моба, правильно? Смотри, рейд стоит в одном месте. Рейд стоит в одном месте. Бьет босса, допустим, да? Вот, объясняю, в чем прикол. Ты, блять, моба можешь как угодно водить. Согласись. Ты можешь моба как угодно водить. Так, чтобы рейд не ловил эту хуйню. Ваги попроси ассист.
Ты можешь стаки немного позже набрать, допустим. Просто кинул метку на жреца. И все. Да не, Макарон, ты не в это имею в виду. Ты можешь даже, блядь, грубо говоря, по ситуации луч, ну, типа, ты на луче набираешь стаки на мобе, окей. Но, блядь, если ты видишь, что, допустим, луч у тебя пропал, и там где-то луч один появился, и там стоит правитель, нахуя тебе вести туда, если ты можешь оставить тут же, и потом подождаться следующего луча? Зачем бегать вот эти... Ну, блядь, хуй его знает. И нам, кстати, в идеале будет конника посадить со всеми миликами на босса, чтобы сядь сбивал как раз косты хила, потому что у него самый маленький кулдаун на кик. Почему на второй? Потому что не хватает с одного луча. Потому что несколько стаков проебываются. Не все фулл стаки с луча выходят в моба. А нужно, чтобы все фулл 20 стаков вошли, тогда он превратится. А если ну, будет... с каждым лучом будет все легче. Чем больше время идет, тем будет легче. Вести-то потому ему все равно надо, чтобы превратился моб, правильно? Потом будут эти лучи, блять, постоянно просто висеть. Это в начале такая хуйня. Короче, я не понял, как мы бить в итоге сейчас будем. Так же. Народ под свой луч заведет и все. Все, погнали. Ваха. А Луи, короче, ставит правиться под первый луч. Жреца уже вот. Ну вот, к этому и пришли. Сядь. Твоя задача каждого жреца ПКД сбивать каст исцеления. Понял. Там прям будет исцеление, да? Коника, великое исцеление или как там название? Сейчас скажу. Хорошо. А, подождите, ветерком имеется в виду? Да, блядь, линкани скилл лучше в рейд, блядь, через щит. Пронзающий ветер. Ну, да-да-да, высшее исцеление. Не-не, оно сбивается ветерком? Да. Да-да-да, они пинком сбиваются. Линкани ветерок, а тут еще не тот линканёшь сейчас какой-нибудь. Пронизывающий ветер называем. Ты его в рейд линкани. Да он ну, самое, 6 секунд КД. Да, откидывать ну, его или каз сбивать. Тихо, меньше флода, поехали снова. Провидец, где появляется? Класс, вот готов? Здесь. Где угодно. Все, готов, поехали. Я же сказал, жрецу касты все сбить. Видите, да, что луч у вас идет? Можете отойти как-то. Либо нелит. Мопчики лаем. Ой, видимо, он. Ну не сам туда становись, развернись, кто. Сам можешь тут луч с собой контролировать. Зайди просто. Дай сюда моба. Его какой-то маг откинул. Забираешь? Забрал. Два танка взлетели. Это с... Кованцануть. Что, ну, Войда ресни? Ой, это рейсник. Почему я быстрее мост? Да что провидец делает под боссом? Алло, ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Он наверху делает, он не спускается вниз. Показать?
Не знаю, не получается так сбивать, короче, я ловлю ослепление постоянно. Но когда он кастует кольцо слепящего света, то надо к нему спиной повернуться, чтобы не словить без рейн. Стопляй, РДД. Ставиться, заберись. Буду очень благодарен. И полстываешь. Воспримчик. Тему на ману давайте, в ДЦ нет. Зал. Разберись. Чё, я встаю? Да у вас босс фуловый уже, 100% отхиленный. Мобы под боссом что делать? Я говорил, хуёвая идея его ставить. Он не позбивает косты. Блять, ну почему коник умудряется и каз сбить, дезориентацию не словить? Это коник, а это, блять, вот и вся разница. Угу. РДДшки просто проще гораздо, а так мы и вправду хуевую гору урона проёбываем по боссу. Ну а толку, блять, этого урона по боссу, если он, блять, отхиливается? Кирс, ты скоро в игру вернешься? Почему мобы стоят вот здесь, блядь, под боссом? Алоэ. Он в воздухе стоял, потому что меня... Он улетел, да, за вами. Вообще, даже посмотрите, когда, блядь, первый луч появился, где моб стоял? Как запустить, так сразу. Кастовал. На мне висел, но кастовал. Блядь. Он не бежит мгновенно, он же не... Не деревянный. Да я понимаю, что он не бежит наверно. Ты его здесь стоял, просто танчил. Ты видел вообще, нет? Я нет, его не танчил там, я танчил на луче. Ну так на луче ты его там танчил. Потом какой-то маг его откинул нахрен вообще. Знаете, реально? Это я откинул, потому что сказали на первом шторме откидывать. И он случайно... Блять, ну, его и не обязательно будет откидывать, если он будет в другом месте его танчить. Так откидывать или нет тогда? Не надо, блядь, его откидывать. Если он будет на большом круге стоять, вот на этой вот фиолетовой хуйне, блядь, его даже откидывать не надо. А ОЕшка даже не будет доставать. Нихуя не будет доставать. Можно сделать еще проще. Поставить на жреца Алоэ, и пускай он сбивает ему сам каст. Ты уверен в этом? Может. Я не уверен. Ну то, что так сделать можно, я уверен. Не, ну что можно так сделать, но я не уверен, что он собьет кастила. Собьет. Справится, давай, говорит, давай. Знаешь, попробуем. Алло. Смотрите, я прошу прощения, конечно, но я сегодня сильно много уже что говорить. Дорвался до микрофона, в комнате никого нет, могу поговорить. Смотрите. По поводу, я не знаю, какие там проблемы у миликов, у танков, касательно хила лично меня. Смотрите, как боковое зрение, полусферы, все задние, передние полусферы. То есть сейчас, когда мы стояли, босс, я, выход, я не ловил ни один раз. Сейчас, когда я стою, получается, за боссом, то есть выход, босс, я, мобы выходят в переднюю полусферу, то есть, и они, получается, по-любому в какую сторону, то есть, они меня три раза дезориентируют. Может быть, все-таки ту метку желтую, которую вы ставили за боссом, может быть, переставить перед боссом? Блядь, это вся хуйня, потому что танки хуёво все делают. Танки врубятся, начнут нормально все делать, блядь, будет все заебись. Хорошо, будем надеяться. Просто вот сейчас даже я... На мне была метка, я не смог вынести, потому что я начал двигаться и пал, и поймал дезориентацию, и остался в рейде. И метка осталась в рейде. Вот, а просто. Раньше не ловил, потому что физически мобы выходили за спиной у меня. И я не стоял, я их не видел. Они за спиной, мне кастовали эту дезориентацию, и мне было пофиг. Теперь вопрос. Я стоял на малом круге, посередине между кругами. Да. Звездочка, почему провидец танчится здесь, Алоэ? Почему нельзя его сместить, блядь, поставить под луч вот сюда, допустим?
Почему он должен в звездочке танчиться, где стоит, блядь, возле РДД, мили, зоны, хилов, блядь? Может. А почему его нельзя же... брать и танчить? Потому что мне не сказали, я же просил поподробнее. Ваше упущение. Сказали, держишь, все. Про оппозиционку никто не говорил. Я ж просил поподробнее. Ну, понятно, если мо, блядь, ауешит возле, вокруг себя, блядь. То ясен хоть, что его надо, блядь, до три, да подальше. Но он не был под боссом, он между кругами. Там радиус метров 30. Надо отводить на дальний круг. От звездочки, чтобы ты понимал, ауешка будет доставать до ромбика. Окей, вот звездочка это центр ауешки, а ромбик это, блядь, это край ауешки. Полина, что с тобой? Здравствуйте. Я предупрежу, что ты не... Бафай. Монорад, напишите себе политику. Смотри. Луч. Где будет проще мобам ловить звездочки? Или, блядь, в синей метке, допустим. Луч, он, блядь, разбрасывается конусом. Здесь конус в квадрате будет меньше. А если он с центральной точки выйдет, то перебежки будет. Или, ну, вот так, или вот здесь расстояние пробежать. Или на большом круге огромное расстояние пробежать. Ничего страшного, что перебежка. Еще, если я сбиваю косты, я должен быть около моба. Правильно? Короче, сейчас увижу все. Дашь мне, короче, этого, блять, провиться, сейчас посмотрим. Вот стоит моб. Сейчас ничего не делаешь, просто стоишь. Ну, народ жреца забирает, я провиться забираю. Не-не-не, алоэ как раз жреца, чтобы каст хилки сбить. Ну, давай ты жреца, да, алоэ. Монород постоит, послакат. Мобов больших позабирает. Кова здесь? Да. Поехали. Так, вопрос, когда Геру давать? Сразу можно давать. Почему я зажжу? Ну она, блядь, не могу убить классу. Портал появляется. Шторм на тебе. Пошел. Моба. А где жрец? Ты под второй луч заводишь. Подойдите спросить. Меня не ловите сам. Промах. Ну босс хилится, ёпта, 100%. Промах костов. Я лёг, не прохилил. Не, ну слушай, ты его изначально далеко очень увел. Можно начинать вот на этом внутреннем круге серым. Просто бегаешь со мной, хилишь меня.
Понимаешь, я вижу тебя лоу хп, разворачиваюсь к тебе бежать, а там, сука, еще жрец, он кастует эту хуету. Два раза так поймал. Ослепление. Да, блять, касты везде, блять, касты не сбиваются. Мне а очень почему удобно. У тебя промах? Кап меткости не хватает. Теперь видишь, нет. Я утверждал, что не собьется каст. Сколько у тебя меткости? Кто-то 6%. Спасибо, Камон, Слав. У тебя 8% есть? Нету 8, я тебе. На заморозку вроде. Нету. На заморозку уже вроде как 17 надо. Нормально, прошу, блять. Все, коника стоишь, блядь, на ебучих костах, и мне похуй на этот ДПС. Потому что больше никто в этом рейде, кроме тебя, не позбивает косты. Это я тебе утверждаю 100%. И отводить мамба и сбивать косты, это нереально. Я не могу от него далеко убежать, потому что мне надо сбивать. Я попробую один раз салом сбивать. Единственный вариант еще есть. Кирса, блядь. Кирс позбивает косты. Только Коника и Кирс могут сбивать косты в этом. Побольше никто. Потому что тут надо отрабатывать два движения. Надо отворачиваться, как от фера, блядь, на фениксе, и еще касту сбивать. То есть милику это намного проще сделать, чем РДДшнику. РДДшникам тоже достаточно легко, если ты отслеживаешь цель. А танку это сделать тоже, блядь, сложно. Потому что он тащит этого моба, отвернись мобом, блядь, к мобу спиной, а потом еще этот. А потом еще и Казби. Где-то лишняя ГКДшка потратилась, блять, на ДКшке нету силы рун, Каз не собьет. Ну я сбивал вроде. У него просто капы меткости нет, если бы был бы, все бы сбилось. Я сбивал этому петуху каст, когда Коник ослепление получил. И вопрос, а почему у танка нету капа меткости, блять? Ну, на заморозку вроде как 17% меткость, нет? Или сколько? Посмотри там талант. Это же магия. У него вкачивается талантом 3, потом этот. Потом так у него 8, плюс еще от этой, от ШПшки меткость. По-моему, 8%. По-моему. Чтобы какой ШПшки? ШПшки не бьют жреца, они не вешают 3% на него. Надо, чтобы сова кидала свой волшебный огонь тогда. Это еще сложнее. Это еще сложнее, да. Это надо, блядь, цели переключать. А скажите, пожалуйста, а не сложно ли до рейда позаботиться о своих капах? О капах меткости, о всех остальных капах? Это человек готов к рейду, когда приходит без сапрота, без капов, без нихуя. Нет, вот в чем вопрос. Короче, Вага, приложение такое. Этот жрецов и провидц. Жреца и провидца первого. Не, жреца вообще нахуй слить. Первого жреца слить, провидцу набрать стаки. Словно я сказал, что надо сделать, чтобы убить босса. Что в трэш нет, вообще нет. Вливаться не надо. Че да, еще предложить? Я просто хуй знает. Нет, я тебе предлагаю только первого моба одного слить. Знаешь почему? Потому что потом лучи будут постоянно, а в начале, блядь, этих лучей нету. И очень долго набирать стаки, блядь, на этой. То есть потом будет легче набирать стаки в разы. Одного моба мы, блядь, если сольем там, один моб даже на перефазе, если появится, блядь, то ничего страшного в этом нет. Можно попробовать. Вот эта сопля на перефазе, которая прям в кемпе рейды появится, это будет все равно неудобство для нас. Переходка на скольки процентов? 30. Купол ебанем больше. Самое сложное это первая фаза, вторая будет легкой. Ну, нет, лег. Второй фазе будет очень весело. Не, она легкая будет. Для меня, в плане тактики, она как бы несложна. Главное лучи перекрывать. 4 лучи это не 2, там будет гонка ДПС. Поэтому БЛ надо оставлять на вторую фазу. На вторую фазу нормально, чтобы вот такое говорить. А то
что-то прогресса даже с первыми мобами не видно. Ну чё, время портвара позбивать каст жрецу, не? Короче, делаем следующим образом. Первого жреца свадьбу убиваем, всех остальных мобов набираем на них стаки. И на контроле жреца, надкидывать на всякую хуйню, да? Садится анкил, садится, блядь, Дженуэн, садится, сядь. Втроем, блядь, контролите, чтобы этот каст не прошел. Проводите жреца в мили-зону, его вместе с боссом быстро сливаете. Этот правица, заберу я, наберу на него стаки, появится моб, сольем моба. Выходит следующий трэш, там будет проще в том плане, что уже будут два луча, уже даже будет третий. То есть там стаки будут быстро набираться, там полегче. То есть сбивать кольцо только, да? Да. Сбиваете, блядь, подводите его прямо, блядь, в босса. Сбиваете и похер. Потому что лучи появляются, типа, первый луч заканчивается, появляется второй. То есть, грубо говоря, я на первом луче собрал там стаков, блядь, подвел на второй. И когда второй луч заканчивается, как раз таки выходит новый трэш. И хилам будет проще хилить, блять, всем будет. Одного моба мы можем пропустить. Это не критично. О, нихуя. Топ-сова. Кислый. Или мне показалось? Нет, не показалось. Топ-сова в рейде. В рейд хочет. Чё-то 10 минут назад зашел, пинка 280. Ком припутнул, вроде нормально. Да я бы раньше зашел, в гости были с Бойск. Давайте пулять или чего. Бафы раздаем, сейчас посмотрим, как получится. Прости, бегаешь со мной, хилишь меня? Ну как, не... У меня маленький вопрос. Я просто буду следить почаще, куда вы там бегаете. Не, смотри, ты можешь бегать вот по этому кругу. Получается, по большому кругу вот здесь, да? Ну, чтобы меня хилить. Ты будешь доставать и рейд хилить, и меня будешь хилить. Ну, то есть... Ладно. А на сбитие кольца чередоваться надо или как? Сколько там КД у них? Первый ЖНН, второй ты. За это время у нас будет... Обычно. Если все. Мне вопрос, а можно я стану выход, я босс, чтобы не надеяться на сбитие коста? И не ловить никогда в жизни дизарма. Если каст не заберет, не готов сейчас. И вот в том-то дело, что если, а так я никогда его не буду. Бля, вы делаете то, что от вас требуется. Если люди все начнут делать то, что от них требуется, все будет нормально. Проблема не в том, что, блядь, кто-то там что-то неправильно делает, и кто-то где-то, блядь, хуёво стоит. Проблема в том, что кто-то что-то недоделывает, и все. Да, хилку сбивать же, наверное, ты первый каст. Не, хилку не надо, блядь, причем хилку коника собьёт под боссом. Жена, ты первый каст сбиваешь этого. Блять, ослепление то, или как он там называется. Этот анкил второй, сяд третий страхуешь. Даю проверку. Подожди, у меня что-то не катькова. Что, коника? Петер. Кто кого сейчас хватает? Ты хватаешь жреца, подводишь мили-зону. Прямо в босса его ставишь. Прямо в босса. Отвернуть и надо так. Куда-нибудь. Что? Отвернуть. Это только первый жрец. Второй жрец ты закрываешь лужи. Ну, типа, лучи уже. Все три человека, которых я назначил, сбиваете касты. Ваше дело, блядь, маленькое. Просто сбить каст. Все готово.
эсэсы по войду парковают. Поехали. Еро. Кстати, до второй фазы. Лорус СС есть? Отдал. Я уже отдал коват. Азум СС есть? КД. Сантей, дай по мне СС. Жрец справа, смотрите, не поворачивайтесь к нему. Какая-то пизда. Меня сложилось сбить. Это все уже, полрейда у меня. Очень много урона по рейду. Ну типа, вон Мосс вообще провидец убил. Меня тоже знал, долго било. Приходит, ни разу приезжает. Да-да-да. У меня тоже самое было, я бегала от него. Кто у нас направится? Смотрите, я так понимаю, что мы хотим не стакать стаки на людях, но что будет, если мы, допустим, действуем по старой тактике, сейчас, секундочку, и те стаки, которые раньше ловили мы, а теперь мы будем отдавать боссу, вместо того, чтобы ловить нам и боссу, и питам, но по старой тактике. То есть будем стоять так, как раньше стояли, все делать так, как раньше делали. Мы же раньше переводили, единственное, что мы сталкивались с 6 уебанами в конце. Или одному-двух в течение. Но если мы эти стаки будем отдавать боссу, что будет с боссом на второй фазе? Он будет сильнее бить. Он, 20 будет? Стаков — это одна сопля. В любом случае. То есть из босса вылезет сопля. Да. Ну, и почему нам не действовать по старой тактике? Просто не ловить
людям, а отдавать все стаки боссу и питам, боссу питам, ну этим адам. И все, вылезет, отвели, убили. Просто мы сейчас вот тем, что мы поменяли местоположение, мы поменяли сбивальщиков, мы поменяли много чего, я так понимаю, и у нас идет сейчас дикая путаница. И у нас люди ловят, не сбивают, находятся не там, где нужно, и вся эта путаница происходит из-за этого. Давайте просто не будем ловить то, что мы раньше пытались собрать, 5 стаков, 10 стаков, все, а просто будем все это отдавать. Потому что трэш, который будет убит, не переуплатившись в эту соплю, он вернется к нам на второй фазе. И тут, сопли, и тут, это кончится и, плохо. Вага, и тут мы можем вспомнить то, что мы не говно, а у нас есть своя тактика. И мы вспомним, мы Алара. Кто убивал Алара на первой фазе, заливая адов? Никто. Мы придумали эту хуйню. Может быть, мы придумаем что-то другое. И, допустим, мы возьмем и вылезет из него, да, мы убьем 6-7 адов, да не 6, там, допустим, 3-4, ладно, 3 мы убьем в демонах, 3 останутся на вторую фазу. Мы этих 3 адов возьмем, отдадим пианисту, он будет фулл темной магии резистов, отведет и пусть держит, и даже их не будем убивать, ну, опять же. И, то есть, может быть, какую-то, придумаем что-то другое, но тут, получается, мы сейчас полностью делаем все заново. У нас тут путаница идет дикая. Опять ловит, опять не сбивают косты, опять ловят эти все дезориентации, опять кастуют кары в хилов, просто шотают. Опять стаки, почему-то я стою за боссом, и почему-то у меня 6 стаков. А почему? Я тоже не знаю почему. И это все начинается, будто мы первый раз траем. У нас была какая-то отработка. Надо сделать то, что я говорю, чтобы босс нормально убился. Просто надо привыкнуть всем к этому. Так мы уже решили вон первого ада сливать. Это у нас будет одна сопля по-любому на перефакте. Ладно, хрен с ней. Элбрил бибал. Можно стоять попробовать перед боссом, как раньше стояли. Трэш надо в любом случае никому не бить, а лопать через лучи. У меня такое предложение есть. На одного ответственного РТД или хила поставить меточку, которая будет отслеживать жреца и будет становиться к нему спиной. Все будут ориентироваться по этой метке, даже не смотреть назад и так далее. Будут лупить босса, там сбивать косты и просто ориентироваться в метке. Я думаю, так будет меньше ловить, потому что этот моб, он перебегает по платформе. Вообще можно сделать так, то что появляется сейчас вот первый луч, и хотя бы там по 2-3 стака набирают все танки. У меня в течение боя так и получается. Нет, это именно вот обязательно сделать сейчас всем пятерым танкам на первом луче, пока под него не завели. Ну, я просто вижу, что другие люди набирают активно, причем помимо меня. Я это сбросить могу, другие нет. Танкам это агро даст дополнительно. Танки все равно наберут.
Сейчас босса научили. Нет. Нахуя? Кто сейчас бил провицу каст? Будет неплохо перекрыть лучше. Даркиса 6 так, Калата 6. Куда вот так? Сказали, сейчас бы неплохо перекрыть, пошел перекрыл на 5. Танк можно набрать, другим нет. Библ, ты видишь, что в тебя луч бьет? Я умер сбивать каст. Этот пол рейда умер. А что это за дамаг был сейчас такой? Радийская буря. В смысле, а? Видишь, народ остался. Буря-то вон где-то. Нет, так это мой провидец там стоит. А второй провидец, ты видишь, где стоит? И что, он убил нас, да? Да. А, давай через диск. Надо быстрее адов сливать. Адов быстрее надо. Слышь, так давай как-то это... А черные сопли выходили, не? Нет. Нет. А может чередовать, блять, как-то типа двух первых слить, двух потом в сопли превратить, двух следующих слить, двух в сопли и так вот хуйню чередовать. Вот я вообще предлагал каждого жреца сливать. В идеале всех мобов лопнуть через луч. Это в идеале. В идеале так не получится. Кстати, этот, сейчас по-другому маленько попробуем. У меня есть идея. Чтобы, блядь, мозг никто не парил. Миликов вообще с того босса убрать. Вчера общался с этими Сан, типа, хотел коврику эрдрушнику и хтоповому похвастаться за ХПС свой на роботе. И то, что тот билд, который я придумал на форуме Эрдру идеальнейший за Альянс, типа забраковал. Хотя коврик его предложил. И, типа коврику пишу, говорю, тот билд, который ты там предложил идеальнейшему, на роботе дает 18 000 хпс. Сейчас к тому, что он говорит, у нас 3 хила дают 20 000 КПС, при этом они доводят робота до 25%. Возвращаюсь к чему? К тому, что сейчас на данный момент я использую, вернее, исполняю функции хэпал. И может быть нам надо найти хэпала, который бы вот эту всю точку захиливал бы. Вопрос. Я тебя не беру как холипал исполнять функции. Я тебя беру, блядь, как потового рефтор друида. На самом деле получается. Функция холи пала, если у нас в рейде 3 рестор шамана. Здесь нужен ОВЕшный прохил. И здесь нужен потовый рефтор друида. Здесь есть холип. Так он и так первый по ХПСу. Как он? Да при чем тут, блядь, ты не понимаешь. ХПС это, блядь, хуйня полнейшая. Тут главное, чтобы рейд постепенно прохиливался. А чем он хилит? Дохуя уешного этого. Чем он постепенно не прохиливается? Одеваешь 4Т9 и хилишь через ход, и больше профита будет.
Не будет. Больше я уже тестил. Когда ребята, диспелят, там работает рестер друид и работает ДЦ. В этот момент показатель урона рейдом, блядь. Чего вы прицепились к этому ХПСу? Чем больше рейд получает урон, тем больше ХПС. Все просто. Это понятно. Можно, блядь, можно давать 2000 ХПС, но, блядь, прохиливать так, что вопросов не будет, и весь рейд будет жив, блядь. Так а мы сдохли-то от чего? От бури. А как ее прохилить? Или ее не надо прохиливать? Мы сейчас вайпанулись, понимаете? Ресайте. Монорота и Анкила. Только что резали. Я извиняюсь, но я это говорил не потому, что я пытаюсь там поднять свое ЧСВ, а я это говорил потому, что нам нужен хэпал, чтобы хэпал делал свою функцию, а все остальные уже делали свою функцию. И рестор шамана. Один рестор шаман спокойно может заменять Холи Паладина. Не может. Не может. Ты сам говорил, что хэпал в Т2. Вернее, в 2Т5 и в 2Т10 он дает топ ХПС. Ты сам это мне говорил, когда я пытался взять шапку с Джайми. Только понимаешь, ХПС от Холи Пала, от 2Т5, куда он ходит? Он ходит в оверхил весь. Причем смотри мой оверхил. Здесь надо, чтобы рейд не падал тебе, Леша, это пытается объяснить. Вы с ДЦшкой должны рейд держать. Так а как рейд упал-то? Мы вайпанулись на буре. Ее что, захиливать надо или не надо? Я так и не понял. К чему вы разговоры-то разводите, блядь? Я просто говорю, что мне не нужен этот рестор-друид, который не хилит через ход. И мне надо, чтобы на каждом человеке в рейде были, блядь, ходы, так которые хилят по 5. Так он, по-моему, ход-то не хилит же. Вот это омоложение же, это же ход-то. Да. На вторая нет, Войд, я в том-то и дело, что чем ближе стоит кемп, тем выгоднее хилить даром через себя, а не хотать, потому что хоты тикают раз в 3 секунды, а дар каждый каст, а каст идет в секунду. Хильте как хотите, мне надо, чтобы рейд был прохилен. Я говорю, как он будет прохилен, блядь, ну, не хотите слушать, а нет. Чего вы прохилов-то говорите, тут тапки не работают. Звездочки. Весь рейд стоит звездочки. Все, что вам нужно знать. Милики, касаемо вас тоже. Танки под боссом. Дай проверку. Жреца первого. Ваха, можешь побить. Первый жрец в звездочке. Косты. 3 человека, которых назначил, сбиваются косты. Дальше. Мобов подводишь под босс. Если что. Дай проверку. Поехали. Лучи мобами закрываются у босса. Единственное, что надо сбивать, это стоечку. Будете вот тут вот лучи закрывать ДС. Меньше, блять, переводить будет мобов. Ладно, лови лучи. Лица сливаем. Ой, ты можешь босса не бить? Не бить? Ком какого-то. Переаграм был
использовать. Да, да, да. Жреца сливается, народ. Вот он сейчас. Чего, босс? Там видишь, там 110% там опять. Просто меня контролируют. Просто таунты в стороне, отойди, даже автоатак не бей. Вот и 101 у тебя. А каст уже скоро будет. Хуй получится. А, сейчас смотрю, стрелять. Каждого жреца сливается. Монород второго правительства заберешься. Ты стонти, да? Угу. Нет, тут нереально, тут время, да. Ну, метка. Маба идут. Ух ты, ебучка трещит. Вот хуйня. СС, есть Белорус? Да. Дай по мне. Оооо, щемите. РДД с правой стороны. Блядь, нахуй ты откидываешь, ты долбоёб. Игноен, блядь. Нет, моба бьём. РДД с правой стороны, на твою. Каст прошел, женой, почему каст не сбил? Вот сейчас моба откинул, блять, а каст, сука, нахуй сбивать, правильно? Алло, лучше не сбивать. Останьте босса кто-то. Быстрее, ну все. Давай, прийти, блядь. Женой, ты, сука, каст сбивать приступ будешь вообще, нет? Нахуя ты этого моба, блять, откидываешь? Блять, да нерфить этого босса надо, это пиздец какой-то, нахуй. Карды ему оставили 10%. Нерфов никаких не будет. Зато вот сейчас урона по рейс было меньше. Жена, ну, 250 на числе, блядь. Не может простое, блядь, не может простое действие сделать, окей, блядь. Пускай ГП получает. Он тратит, блядь, этот тайфун, блядь, в этого, в моба, который переродился, блядь, а не в то, чтобы, блядь, этот, жрецу каст сбить. И следующий приходит жреца каст и ложит, сука, весь рейд. Я на протяжении всех траев это замечал, что он с этих, с этих соплей откидывает. Можно откинуть только в том случае, если... Войд-зона после их смерти может разлиться где-то на внутреннем, как бы вытолкнуть на внешний. Так-то я это тоже заметил, я просто молчу, сижу. Понимаешь, я контролирую моба, моб на мне. Я даю по нему таун, все, на мне, блядь. Я его могу вывести, блядь, хоть в доллара. Просто зачем, я не могу понять, зачем просто откидывать.